Я люблю. Тише. Молчите, не говорите больше ни слова. Хорошо, я буду молчать о том, что кровь подступает к моим вискам, когда я вижу ваш. Что там у вас поступает? Кровь. Куда? К вискам. Исполнить
данное помещение нашему посольству. Да, бабушка, идите, найдите графа, передайте ему мой приказ и приведите его на постоянное место работы. Так, так, господин посол, я был у него дома, но его не было дома. Так, а дома у его дамы сердца вы были? У дамы его сердца, а у которой из них? Ну что, их несколько? Да у него их столько, что он их не успевает за месяц объездить на автомобиле. Просто там это шофер, а не дипломат. Томаш, в таком случае идите к Максиму, там ему точно. Я не могу. Почему? Почему? Потому что он уже, вот уже третьи сутки, как он в Максиме. Ю-ху! Максиме? С дамами! С дамами! Да, но там только женщины повышены социальной ответственности. Это ужас какой-то. Да, с дамами, но без ужаса. Говорят, они славные. Маленький конфиденс. А там что? Лоло тоже была. А вы ее знаете? Эй-о! Знаю, знаю. Об этом позже. Понял. Все, идите, найдите. Ну, я не могу. Почему? Ну, это уже ресторан. Ну и что? Ну, там же пьют. Ну и что? Как что? Я же человек, который... Не выпил ни одной рюмки вина. Я не выкурил ни одной сигареты. И простите меня, я даже не поцеловал ни одной женщины. Надо это исправлять, Томаш. Потому что у вас какая-то ненормальность. Томаш, Томаш! Наша маленькая великая родина призывает вас к подвигу. Я не готов к подвигу! Томаш, тогда я вас уволю! Тогда готов! Поехал по направлению к Лебрестоль-де-Пари, отелю, что на Елисейских полях. Катастрофа!